Эти импровизированные песочницы, с двух сторон обрамляющие дублер старого моста, уже оказывались в объективе программы «Хочу показать» 3 недели назад. С тех пор ничего не изменилось. Более того, появился повод развить тему, что и делаем. Довести до ума дублер моста нам обещали уже несколько раз. Брусчатку, которой он должен быть вымощен, завезли еще в прошлом году. На то, что работы не были выполнены, есть уважительная причина. Помешала зима. Но за ней пришла весна, а потом и лето. Сегодня часть этой брусчатки кто-то заботливо уложил на самом старом мосту, там, где образуется лужа. Часть ценного строительного материала, как нам кажется, исчезла в неизвестном направлении. В общем, мостов вроде бы 2, но с комфортом перейти Клязьму ни по одному из них невозможно. Либо недострой с 2 песочницами по краям, либо деревянная горка, всем уже порядком надоевшая. А тут новая неприятность. Просто провал. Случился на набережной на правом берегу, которая, несмотря на народное голосование в соцсетях, пока остается без названия. Грунт рядом с колодцем, видимо, размыло, и вот такую картину мы наблюдаем. Причем наблюдаем не только мы, но и все проходящие мимо, и уже больше недели. Констатируем непорядок, однако. В надежде, что этот видеофакт увидят кому следует и все поправят. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.